Как вы считаете, что у нас происходит в стране в целом с экономикой, с пенсиями? Вы довольны с этим или вам что-то не нравится? Ну, знаете, я хотела себе лучше. Ну, як є, поки ще ми меримося, як можна, хотіло собі все і лучше. І вам вистачає на життя? Ну, як? З натяжкою, трошки треба, і що, ну, як немножко треба відкладати і на той день, що? Таке діло. Помаленько обходимося. Лиш би так було у нас добре, щоб було мирно і согласі, щоб було в нашому парламенті. А вот вы родились в Советском Союзе. Да. Может, вы помните, как бы жилось тогда, как было с депортациями, с... Ну, депортациями, когда были, я еще была мала, я с 39-го рождения я. Так что, ну, я не могу вам сказать. Как было в голодовке, если вы помните? Ну, голодовку, да, конечно, было тяжко. И то, что было, трошки то забирали, и как... так и пережили. Как лучше живется, сейчас или тогда было? Ну да, конечно, зараз. Зараз можно пішти и кусочек хлеба купить, вот примерно пішов. Нам очень далеко до Евросоюза. Ну вот как перспектива в будущем? Не знаю. А вот и как вы думаете, что нам нужно сделать для того, чтобы попасть там в Европу, или может быть у вас есть какие-то другие варианты? Во-первых, пересмотреть зарплаты не тех в парламенте, а нас. Простых работников, простых бюджетников, а то им повышают на 40%, а нам цены поднимаются, налоги поднимают. Мы не живем, мы существуем просто от зарплаты до зарплаты, одалживаем, где-то что-то делаем, чтобы дожить до следующей зарплаты. Мы не живем. У нас есть такая возможность попросить у румынского государства, чтобы она нам оплачивала минимальную пенсию для наших стариков. Как? На каком основании они будут... На том, что мы раньше были одной страной. Наше дело просить, так как мы имеем право это просить. Я думаю, что это нереально. Меня интересует моя Молдова, они не интересуют, что там в России делается, что там в Румынии делается или в Германии. Мне здесь интересно, что... Что плохого в европейской интеграции? Нам не нужны Европе, нам нужны только поставить натовские базы и все, и на этом кончилось. В России будет лучше. Газ дешевле будет лучше. Самый дорогой газ у нас в стране. У вас неправильная информация. Ну, средняя заработная плата в России 400 евро, а в Европе 1500, 2000, 2500. Ну, понятно, но хорошо. Германия, Франция, Италия, Франция. Даже в Румынии на 200 евро вы больше средняя заработная плата, чем в России. Я это понимаю.